Смотрите, я вам сейчас хочу показать вот такие вот рисунки. Для меня это не рисунки, для меня это картины. Маленькая девочка рисовала, маленькая художница. Смотрите, как красиво. Где-то ей было, наверное, знаете, может быть, лет 7, может, 8. Вот смотрите, какая вот прям, не знаю, вот долина или пустыня. Вот кактусы, змеи, потом грибная поляна. Смотрите, прямо какой вот объем. Вот вдаль можно смотреть облака, там, наверное, горы, вот такие грибы. Как красиво, да? А здесь вот у нее, сейчас покажу, наверное, вот так поставлю, если будет стоять. Вот здесь вот. А это вот осень, это осень, тайга. Вот, видите, как красиво деревья. Здесь вот у нее мама, папа. Вот прям вот ребенком была, рисовала. Тигренок вот. Я храню. Жалко, что ничего не подписано. Не подписан год, да? Как-то вот не подписано. А вот здесь вот тоже вот ночь. Ой, почему ночь? Ночь. Нет. А вот здесь вот тоже, смотрите, солнце и какие-то тоже грибы. Очень красиво. Ну вот она рисовала, когда вот совсем была вот малюхой такой, вот знаете, прямо вот настолько она вот чувствует краску, настолько чувствует кисть, что вот просто вот берет и рисует. Но хочу сказать, она занимается в художественной школе, уже много лет ходит, рисует. А сейчас я вам хочу показать работы сегодняшнего дня. Вот она выросла, ей уже 12 лет. Мне досталось вот выборочно три работы, потому что многие работы у нее дома, а несколько работ у нее, значит, забирают на выставку. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, какая птица. Это вот она сейчас уже рисует, ей 12 лет, и она вот так вот рисует. Птица. Потом очень нравится мне дыня. Прям вот кусочек хочется взять и съесть. Дыня. Красивая, прям вот натурально, прямо так все нарисовано. Вот такие куски дыни. Самая такая, знаете, непонятная, интересная работа – это вот это. Вот, смотрите. Вот так вот ребенок нарисовал. И не просто нарисовал, сделал как-то, знаете, но это такая техника, их даже этому обучают в школе мастерства, видите? Я вообще не могла понять, что это такое. Оказывается, я сегодня узнала, это криптография. Здесь зашифрованные данные о человеке. Вот так вот, видите? Вот так смотришь. Вот кто не знает, ой, упала. Кто не знает вообще, что это такое, просто вот просто непонятно. Я так посмотрела, думаю, ну что это такое вообще, вот палочки какие-то тут непонятные, видите, кружочки. Вон, видите, все это. Ну вот написано школа. Школа сотая. Это там, где она учится. Вот. Оказывается, если вот так перевернуть, вот так перевернуть, здесь написано ее имя и фамилия. Видите? Вот это называется криптография. Зашифрованные данные о человеке. Можно много зашифровать, и вот такими различными знаками, непонятными иероглифами будет зашифровано и год рождения, и там, не знаю, группа крови, имя, фамилия. Ну, все-все-все. Вот если только это вот расшифровать и знать, как это. Но здесь у нее написано ее имя и написана ее фамилия. Вот это называется криптография. Вот, пожалуйста, видите как. Так что, что хочу сказать, будущий художник, будущая, наверное, знаменитость растет, будет себя развивать. Еще, может быть, на аукционе я продам вот эту потом картину. Когда-нибудь, когда она станет знаменитой, я эти рисунки выставлю на аукцион все. Вот. Вот так вот. Вот такое творчество, направление.
у маленькой девочки. Ну, не маленькая, ей уже 12 лет. Уже, можно сказать, подросток. Cristina Clario.